День. Объект на 90% готов. Мы завершающие работы выполняем. Значит так, идут отделочные работы. Есть определенные изменения, которые связаны с поставкой оборудования. Но я думаю, что это не проблема. Дети в сентябре пойдут все в школу. Блок Б практически готов на 98%. Пищеблок завершаем. Сейчас изменения в проект по пожарной безопасности получили. Заменили панели. Там определенные сроки были. Блок В. У нас еще идут строительные работы, отделочные, не строительные, а отделочные работы. Ну, там работают, я думаю, что недели на три, а потом уже чистовые работы пойдут. А по блоку Г полным ходом строители работают. Uh-huh. Я думаю, там выполнение процентов 85-15% мы за полтора месяца это выполняем. Поставка оборудования разбита на две части. Часть у нас контрактов заключает УКСИР, часть контрактов заключаем мы. По УКСИРу это поставка мебели, то есть она идет полным. Вообще, на сегодняшний момент мы по мебели имеем поставку, парты все практически поставлены и монтируются в кабинетах. Те кабинеты, которые готовы, там уже идет монтаж парт и офисной мебели. То есть по схеме питания тут мы определились, столовая на 450 посадочных мест. Будем использовать электронные терминалы для оплаты, ну и также из такой фишки, так скажем, это передвижные мармиты. Для того, чтобы ребята получали горячую пищу, то есть вначале на пищеблоке средней раздачи это вот в эти передвижные мармиты, которые с подогревом, с аккумуляторами загружаться пища, а потом работники столовой будут развозить и накрывать. Ну, вот у нас, смотрите, получается кабинет, то есть по партам мы все тут уже расставились. Это кабинет математики, да? Да. Вот здесь у нас есть об этом. Нам свидетельствует такая вот инсталляция в виде холла. Ну, то есть посмотрели, тут небольшие дизайн-решения коллеги да, найти, помочь. То есть мы будем дальше продолжать оформление. Наверное, каждый хочет, чтобы учащиеся шли в ногу со временем, развивались в ногу со временем. И данная школа позволяет нам это сделать. Здесь прекрасное современное оборудование, что позволяет нам, как учителям, в свою очередь, развиваться вместе с учащимися, обогащать наши методики, наш инструментарий, вовлечь учащихся и погрузить в атмосферу урока,